Здравствуйте, мои дорогие! И с вами снова Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. И сегодня немножко я прогуляюсь. Стою я возле Лунгарно, возле речки. Умиротворяет. Вода просто прелесть. Люди мило общаются, взяли бутылку спуманты, выпивают аперитивчик такой мне. Почему бы и нет? Очень яркая витрина, насыщенные такие цвета. Очень красиво. Это Виа называется Виа дель Проконсуло. Я остановилась здесь. Почему? Потому что здесь открытая дверь, и я не знаю, если честно, не знала сначала, что здесь. Я так понимаю, что это церковь. Она открыта только, наверное, по определенным часам, по определенным дням, я не знаю. В данный момент она открыта, и если можно сделать видеосъемку, то обязательно я сделаю. Сейчас я спрошу. В
Вот так она выглядит издалека. Вот эта дверь. Там ворота очень большие. И вот такое вот историческое здание. Палаццо. Виа де Проконсуло. Сейчас попробую зайти туда. Здесь внутри сразу что находится, это вот такая вот скамья. И на скамье из металла, бронзы, наверное, я так думаю. Вот так вот. Я так думаю, что это Иисус. Иисус Христос. Так как я увидела ножки егошние, как его прибивали, да? Ну, давайте я вот тут посмотрю, что написано. Era nudo e mi avete vestito. Я раздетый, и меня накрыли. Типа, ну, вот так вот перевод. Можете сами почитать. Если честно, у меня такое ощущение, как будто вот он настоящий. Ну, здесь внутри вот такой вот дворик. Вот такие колонны. И вход там с правой стороны. И такой же вход и с этой стороны. Поэтому можно зайти с разных сторон, в принципе. Что же, люди немножко ходят. Очень высокая башня здесь. Очень высокая. Ну, если мне разрешат заснять внутри церковь, то я засниму. Thank you.
Ну вот, мои дорогие, я сделала видеосъемочку. Церковь на Виа Проконсула необычная. Не стала я там разговаривать, там люди молятся. Не стала я нарушать их контакты с Богом. Поэтому как-то так. Надеюсь, вам понравилось мое видео. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Регина из Италии, из города Флоренция. И до скорой встречи. Пока-пока.